Актеры Жерара Депардье обвиняют в сексуальных домогательствах. Иск подала студентка актерского училища. События, ставшие основанием жалобы, по ее словам, произошли в начале августа в парижской квартире Депардье. Изначально иск был подан в Экс-ан-Провансе на юге Франции, но позже передан в парижскую прокуратуру. Адвокат актера подтвердил, что Депардье знаком с женщиной, но категорически отверг обвинения. По его словам, есть веские доказательства невиновности актера и не исключена подача встречного иска за клевету после тщательного ознакомления с материалами дела. При этом защитник выразил сожаление о том, что история стала достоянием прессы уже на следующий день после жалобы актрисы.